я со своими знакомыми автозаправочную станцию выбрали, то что она находится на окраине, тут рядом нет жилых домов, нет. Я схватил решетку руками, дернул ее на себя, она оторвалась от крепежей и ударом топора нанес удар в стекло. Стекло разбилось, проник первым внутрь, я следом за ним. Внутри двинулся к женщине-оператору, которая находилась внутри, а я к кассе, где находились денежные средства, откуда я их забрал. Также, помимо денег, я забрал видеорегистратор, который находился в помещении камеры заправочной станции, на котором были видеозаписи.